развиваются и работают предприятия, организации, учреждения. И планов на будущее еще очень и очень много. За всем за этим стоят люди. Люди разные, разных профессий, разного возраста, разных увлечений. Они делают наш город прекрасным. С праздником поздравить и пожелать успехов в работе и в домашних делах, чтобы у вас всегда было все хорошо, а городу процветание. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа город Ивангород. Уважаемые ивангородцы, действительно уже стала хорошей, доброй традицией, когда в канун нашего самого главного городского праздника мы чествуем тех людей, которые действительно делают наш город лучше, чище, трудятся на наших предприятиях, воспитывают наших детей. Это действительно очень хорошая и приятная миссия, и мне очень приятно ее выполнять сегодня. Добрый вечер, уважаемые ивангородцы, дорогие друзья. Очень сложно после такой песни говорить серьезные вещи, потому что действительно, когда наши дети выступают на сцене, дарят нам такие замечательные музыкальные подарки, безусловно, хочется верить в том, что у нашего города замечательное будущее. Мы уверенно можем смотреть завтрашний день, и, конечно, все присутствующие здесь ивангородцы – это как раз-таки те люди, которые не словом, а именно делом доказывают и вкладывают свой личный труд, свой большой личный вклад в развитие и процветание Ивангорода. Имеете активную жизненную позицию, и за то, что вы своим примером показываете всем остальным, что не надо стоять в стороне, нужно участвовать в жизни города. Нужно трудиться на благо города и нужно добиваться высоких результатов, потому что наш город этого действительно очень достоин. Впереди у нас большая работа, впереди у нас большие проекты. Я думаю, что этот год у нас для Ивангорода особенный. Этот год, когда мы 8 сентября с вами сформируем власть на ближайшие 5 лет и будем реализовывать те задачи, те программы, которые мы перед собой поставим. Я уверен, что у нас с вами все получится. Я уверен, что Ивангород в ближайшее время готов и может стать настоящей жемчужиной Ленинградской области, что мы будем не только форпостом, но и город, в котором будет комфортно жить, в который будет комфортно приезжать нашим туристам, и который действительно станет украшением Ленинградской области. Еще раз всех с праздником и спасибо вам за ваш труд. Спасибо. Спасибо большое. Служу ветеранам.